Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Скоро уже Новый год, а у нас еще не было новогодней подборки товаров, чтобы преобразить праздник в некую сказку. Я понял, что нужно срочно спасать ситуацию и предлагаю вам небольшую подборочку с классными новогодними товарами с сайта AliExpress. Ссылки на товары с подборки и на видео, как экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, будет в описании. И те, кто посмотрит это видео до конца, примут участие в конкурсе. Еще хочу посоветовать вам канал моего хорошего друга, основной канал которого жестко был заблокирован, потому что он был чертовски хорош. Это канал Топали. Здесь вы всегда будете в курсе новинок на китайском рынке и сможете найти вещицу себе по душе. И еще автор канала постоянно устраивает крутые конкурсы. Кстати, сейчас как раз проходят сразу несколько конкурсов. Подписывайтесь, не пожалеете. Приятного просмотра! Новогодние украшения на бутылку. Дед Мороз. В костюм Дед Мороза можно одеть бутылку вина, шампанского или любого другого напитка. Подойдет для бутылок шампанского, вина, водки, коньяка и других. Оригинальный подарок. Хотите украсить ваш рождественский или новогодний стол? Это оригинальное украшение вам поможет. Порадует не только взрослых, но и деток. После праздника можно будет отдать ребенку для игр с куклами. Материал – полушерстяная байка. Лампочки для залипания. Лампа с потрясающим эффектом при свечении. На нее будут засматриваться все ваши гости. Да что там гости? Вы и сами не сможете первую неделю оторвать от нее взгляд. Лампа создает невероятную обстановку не только в новогоднюю ночь, но и в любой другой день. Гирлянда, меняющая цвета через приложение на смартфоне. Светодиодная праздничная гирлянда отлично подойдет для украшения витрин, крыш, стен домов, фасадов ресторанов и кафе, окон, деревьев и самого главного символа Нового года – елки. Светодиодная система освещения в последние годы нашла очень широкое применение и стала очень популярной. Создает в помещении атмосферу уюта и комфорта. Удобные приложения дистанционного управления, беспроводной контроль включить-выключить, яркость, изменение цвета, цветовые эффекты и таймеры через приложение на iOS и Android. Искусственная елка. Если для вас не принципиально, какую елку ставить, живую или искусственную, то обратите внимание на эту красавицу. 1,5 или 1,80 м высотой, в комплекте игрушки, снежинки, звезда и другие украшения. Более современный вариант – белая, будто заснеженная елка. Ее высота 1,50 м. Если для большой елки в квартире нет места, поставьте маленькую, 60-сантиметровую. Она тоже продается с игрушками. Отличный вариант для офиса или дома. Коврик под елку станет отличным дополнением новогоднего декора и общего интерьера. Кроме того, он удачно скрывает елочную подставку и защищает пол от елочных иголок. Станет прекрасным новогодним аксессуаром, который не только гармонично дополнит ваш новогодний интерьер, но и послужит прекрасным местом для размещения подарков. В советское время нижнюю часть ствола ели драпировали ватой или белой тканью. Сейчас есть более оригинальное решение. Ставить подарки на такой коврик будет одно удовольствие. Светодиодная елочная гирлянда. Эта гирлянда с оригинальными шарообразными лампочками работает от батареек. Чтобы елка зажглась, достаточно 3-пальчиковых батареек АА. Удобно, если новогодняя красавица стоит далеко от розетки или располагается на улице. В данном лоте доступны следующие цвета: голубой, красный, розовый, сиреневый, теплый и холодно-белый. Также есть гирлянда, сверкающая почти всеми цветами радуги. Длина гирлянды от 1,5 до 10 метров. Светодиодные свечи. Задолго до электрических гирлянд на елках зажигали свечи, романтично и красиво. Сейчас использовать в квартире для этой цели парафиновые свечи огнеопасно, но традиции можно возродить при помощи пластиковых светодиодных свечей. Они крепятся на ветку с помощью прищепки и благодаря мягкому желтому свету создают иллюзию настоящих. Комплект состоит из 10 свечей, управляемых пультом. Новогодняя светящаяся звезда на елку. Какая же новогодняя елка без звезды? А если звезда светится, мерцает, переливается разными цветами, то восторгу малышей не будет предела. Удобное крепление надежно удерживает звезду на макушке, не позволяя нанести травмы детям при падении. Безопасное и яркое украшение. Лучший вариант новогоднего декора. В комментариях отмечают, что у звезды довольно короткий провод. Если у вас елка под потолком или поблизости просто нет розетки, обратите внимание на обычную пластиковую верхушку. Она хоть и не светится, но тоже очень красивая. Светящиеся снеговики. В вашем доме будет теплая и уютная атмосфера с веселыми снеговиками.
Дети будут в восторге от такого украшения. Им будет интересно держать его в руках. В зимние праздники им будет интересно смотреть на снеговика, когда он будет светиться вечером. Помимо эстетической, с такими милашками в комнате действительно уютнее, у этих LED-снеговиков есть вполне практическая функция. Они могут служить ночником, который поможет отыскать в темноте тапки и не споткнуться. Батарейки, необходимые для их работы, идут в комплекте. Новогодние чехлы для стульев. Украшение мебели для встречи Нового года не менее важно, чем украшение интерьера или праздничного стола. Красивые нарядные чехлы на стулья создадут неповторимые ощущения зимнего торжества. Один вид красивых колпачков с белыми помпонами создает праздничное настроение. А представьте, как удивятся гости, когда увидят их на спинках стульев. Размер каждого чехла примерно 60 на 50 сантиметров. В комплекте идет 4 штуки. Конверты для столовых приборов. Это необыкновенно красивые и функциональные предметы сервировки рождественского или новогоднего стола. Помогут настроить ваших гостей на теплую атмосферу вашего дома. Кто, как не снеговик в доме, напомнит вам, что за окном зима, пора встречать гостей и проводить весело время. Если у вас уже есть праздничная скатерть, то конверты для прибора можно купить отдельно. Например, в виде вот таких милых снеговиков. Их высота 12,5 см, а ширина около 10. Проектор, имитирующий рождественские огоньки, идеально подойдет для уличной иллюминации дома, а также для украшения больших помещений. Покрывает до 55 квадратных метров. Теперь вам не придется украшать гирляндами стены дома, тратя на это уйму времени и сил. Проектор имеет длинную подпорку, что позволяет использовать его как на почве, так и на снегу. Пригоден в любую погоду. Высокая степень защиты лазерной гирлянды позволяет использовать гирлянду даже в лютый мороз. Она не боится влаги. Система также обладает влагоустойчивыми свойствами. Ее можно использовать в любую погоду. Волшебная красота в рождественскую ночь благодаря проектору звезд. Ваш дом и двор будут сиять волшебными зелеными или красными огоньками. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать желаемый подарок, который вы бы хотели, чтобы вам подарили. Может, в Новый год сбудется ваше заветное желание, кто знает. Обязательно подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайв, чтобы не пропустить итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!